Здравствуйте, с вами Цердун. Для тех, кто уже определился, при помощи моих предыдущих видео с процессором, материнской платой и охлаждением процессора, ссылки на эти видео есть в описании, настало время определиться с оперативной памятью. Сделаю маленькое уточнение. Из предыдущих трех компонентов с системой охлаждения можно определиться и после выбора оперативной памяти. Вдруг найдете низкопрофильную память, и тогда для вас выбор воздушных систем охлаждения будет несколько шире. Итак, выбор оперативной памяти без лишней мороки состоит из трех этапов. На первом этапе вы должны посмотреть в характеристиках вашей материнской платы, с какими частотами оперативной памяти она может работать. Например, моя материнка может работать с частотами памяти от 2133 до 4000 МГц в режиме разгона. Чем выше частота, тем выше и цена. Я для себя выбрал золотую середину между ценой и производительностью в 3000 МГц. На втором этапе посмотрите в характеристиках материнской платы, сколько слотов под плашки памяти есть у нее и каков максимальный объем памяти, с которым она может работать. Например, у моей материнки это 4 слота и максимум 64 гигабайта. Вам необходимо, в зависимости от ваших целей и задач, решить для себя, будете ли вы задействовать все имеющиеся у вашей материнки слоты и весь объем поддерживаем гигабайтов, или достаточно половины, или даже четверти от этих возможностей. Я под свои задачи задействовал половину слотов и половину объема. Взял две планки по 16 гигабайт, чтобы в будущем, в случае возникновения необходимости в дополнительной оперативной памяти, просто докупить еще две аналогичные планки по 16 гигабайт и вставить их в свободные слоты. На третьем этапе, в зависимости от того, что вы решили для себя на первых двух, делаете выборку в интернет-магазинах по нужным вам параметрам. Затем сортируете по цене и выбираете уже, исходя из ваших финансовых возможностей, оптимальный для вас вариант. Моим оптимальным вариантом из наличия на момент выбора стали вот эти две плашки Corsair Vengeance LED DDR4 2 на 16 гигабайт с частотой 3000 МГц. На этом все. В следующем видео я расскажу вам без заумных деталей, как выбрать устройство хранения информации для вашего компьютера. Благодарю за просмотр. Всем до новых встреч!